на жопу скатываются. А как ты по Косогору хочешь так ему, блин? Машину без лебедки, без всего, поэтому надо аккуратно преодолевать с мозгами все это, иначе... Очень долго ждать тебя тут идет. Да, очень долго. Ну вот, ребят, Мишка у нас оманетился опять. Мишки что-то пружки в этот раз. Ну это хорошо. Что-то у меня тут звенит. Ну вот, а я не оманетился в очередной раз. А что это такое? Ну что это такое? Бирочка какая-то, что ли? Сейчас протрем, посмотрим, что-то какой-то рисунок вроде есть. Или это ржавчина? Просто. Просто ржавчина, ребят. Просто ржавчина. Кусочек металла. Такой здесь, посмотрите, какой чудесный ручей течет. Водопадик тут у него, пойдемте покажу. Место обалденное. Здесь была старая дорога, старая, старая. По ней уже 100 лет никто не ездит. Ну это вот брод, чтобы вы понимали, такой вот. Его еще надо думать, как на вездеходе объехать. Тут вот бобры сделали плотину себе. Видите, ее можно чуть-чуть подковырять. Да-да, можно, дабы уровень воды подупал. Блин, как же они так ее делают-то, а? Бобры, как вы ее так делаете? Мне лень просто, я бы сейчас и на этом заехал на вездеходе бы. Раскрыл бы я, чтобы, как вы говорите, бобровые детки остались
на улице. Грамотеи, для того, чтобы вы понимали, бобровые детки не остаются на улице. Бобровые детки где-то сидят в хатке, или бобры, вообще семейство бобров. У них хатка всегда выше уровня воды. А для того, плотины они делают для того, чтобы когда выкопают свою хатку, делают такой водяной замок. Ныряют туда, хоп, и выныривают уже у себя в хатке. И вот когда уровень плотины опускается, вот этого разлива нету, гниющих вот этих деревьев нету, ребят. Посмотрите, вот эти вот, вот эта вот красота же, да, это вот из-за этого вот заболоченности. Из-за того, что здесь вот эта плотина, ручей перегорожен, и все, вода идет фиг знает как, сикость-накость, коком-боком. Вот. Ну, эту дырку они заделают за очень короткий промежуток времени. За очень короткий. Это день-два, и будет снова плотина, будет снова болото. Не будет ни рыба подниматься никуда. Ничего не будет. Кто знает, что за зло такое бобры, тот меня поддержит. Кто сидит на диване, тот, конечно, будет мести своим помелом о бабочковом соке, о том, что бобры полезные и прочее. Да, они полезны, когда их численность регулируется естественными врагами какими-то. А в наших широтах у бобра нет естественных врагов. Его никто не может регулировать, кроме человека. Никто не ест бобра. У нас не ловит его. Блин, надо сюда, конечно, шерпом заезжать. Ну и то, через 3 дня будет плотина заново. Как новенькая стоит. Как видите, я ее дрыном не могу разобрать. Вода ее не разберет и подавно. Вот так. Пишите на меня заявление в милицию, потому что я сломал бобровый дом. Кстати, многие почему-то думают, что бобер там и живет, в этой плотине, и когда ее давят или разбирают, ломают, то лишают бобра дома. Хрен с ним, пусть так будет. Вот, дом бобра потек. Девочки, мальчики, диванные зоофилы, начинайте писать жалобу. Желательно в прокуратуру. Вот. А точный адрес этой плотины нужен вам, нет? Могу сказать. Ну, GPS-координаты как минимум. Только вот боюсь, уже плотина будет заделана обратно. И все мои труды будут напрасны. Но тем не менее, прежде чем что-то писать, узнайте, а то ли вы пишете, а то можно и оконфузиться. Все будет ручейку полегче. 5 сантиметров уровень воды упадет. Ее взрывать надо, блин. А не палочкой ворошить. Шерпом бы крутануться на ней, но не хочу. Ладно, радуйтесь. Эти боброфилы. А кукушка 52 раза кукнула. И мне еще 52 года жить. Так что вражины, не дождетесь. Вот это была дорога. Посмотрите, что случилось с этой дорогой из-за этих милых зверушек, а? А?
вообще открыли. Да? Так должна выглядеть плотина бобра каждого нормального. А что делать? Вот такая дорога. Должны бить любители деревьев. Мы вообще не при чем. Да, мы вообще ни при чем. Мы рыбу любим. Нормально мы проехали. Я сам в ахере, ребят. Ну что мы творим, а? Там где-то просто да, бомбические. Вот она. Ручка. Но она сейчас уходить туда должна куда-то. Ребят, так что вот обрезанные вездеходы, это, конечно, тема. Сейчас у нас все вот эти крылья, видите, вот все это вот обтерто стволами, то есть все бы это уже было загнуто и могло бы даже травмировать колеса машины. Колесики остудить надо, да? Ой, хорошо. Нам чуть-чуть.
это переход. Вот камень, видишь? А это камни, да, вопрос. Ну и уроды какие-нибудь, а? А нам надо к дороге выйти. Чем она там потом боится? Солонец. Это охотники привозят соль, подкладывают здесь, чтобы лоси приходили, лизали. Соль, лоси очень любят соль. Они потом вот корой закусывают. Да, корой закусывают. Вот. Видите? Такой солонец номер 5. Поедемте. Сеточка наша, смотрите какая. Представляете, все бы это в радиаторе было без сетки. Я и думаю, что-то температура поднялась уже, 73 градуса, 74. Что-то, думаю, многовато. Многовато будя.
деревне такие же были. Когда-то по этой дороге проходил торговый путь, ярмарки, прочее здесь проходили. Всем квадроцикл проезжал на ярмарку. На ярмарку поехали так. Ну что, о, ребят. От танка трак нашел. Да шучу, от трелёвочника, наверное, какого-нибудь. Фиг его знает. Фу, тяжеленный. Зараза, еле достал. Это лось был. Остались от лосика рожки да ножки. А голову унес мишка. Во, ребят, прямо возле лосика нашел колечко, обручалочку. Вот такую, маленькую женскую. Ну, или не обручалочку, или просто колечко. Медное старое кольцо. Хорошо, берем. Еще один трак нашел. Мишанял! Два трака нашел. Вон там лось лежит на дороге. А? Лось на дороге лежит. На дороге лось лежит? Шкура. А? Шкура. А, шкура. Видать, мясо вытряхнули из него. Вон, ребят, шкура лося, это которая здесь валялась. Видимо, охотники лося вытряхнули, потому что костей нету, ничего нету, тут бы скелет остался. Мишка бы не утащил так все. И не съел бы. Это охотники ободрали, видать, бреки. Шлепнули лося, ободрали по-быстрому и чесанули отсюда. Вот такая вот стригучка. А тут уже вороны доделали свое дело. Ну, Миша бы не приходил. Миша приходил, да. Жирком лосиным полакомился. Ну вот, ребят, разрушена еще одна плотина. Это дорога. Вот здесь дорога настоящая. Это дорога, да. По которой... По этой дороге никто не может проехать из-за этих... грызунов. Thank you.
Бедным бобрятам делать новую плотину. Они ж создания такие божьи, что не угомонятся. Пока новую не построят. Собаки, да. Пока новую не построят. А они это застроят дня за три. Да, просто приезжать и выщелкивать. Кстати, они вкусные. Хорошо. Хорошо, приятно прям. Посмотрите, насколько уровень упал вон по выворотню. Видно. Вот, смотрите, насколько упал уровень. Вот, вот это болото, все гниль, вот это. Все это из-за этих милых, чудесных пусечек, которых диванные любители животных в природе вообще никогда не видели. Они видели их на рекламе зубной пасты, где бобер там зубки чистит, и все. Здесь даже, смотри, перестало течь. Уровень вообще болит. Отлично. Все, мы едем дальше. 10 минут, дело хорошее сделано. Сегодняшний пробег у нас составил 51 километр 660 метров, и по какой это было дороге, вы сами все видели. Собственно, считаю, что разведка прошла удачно, мы ничего не нашли, значит, искать нефиг. Правильно, Мишень? Абсолютно. Отрицательный результат — это тоже результат. Вот. Ну, мы нашли там какие-то фигульки, пигульки. Завтра поедем по другим местам. Я думаю, нам все же повезет. Ну, а не повезет так, ребят, ну мы же... Хочу сказать так, мы вас не обманываем, мы ничего не подкладываем. Мы вот нашли, значит, показали. Ничего не нашли, значит, ничего не нашли. Так же, как и с рыбой у нас, так же у нас и с копом. Мы говорим по чесноку. Нашли, значит, нашли, офигенно. Короче, ребят, мы вам показываем качественный, высокохудожественный фильм. Миша, ты же сильный, ты же сможешь. Гера, я умный, я даже не пробовать не буду, да? Ладно, все нормально, ребят. 51 километр по заднице было. По реке мы не стали сплавляться, потому что все-таки существует сейчас нерестовый запрет. Поэтому не надо создавать волну, там еще что-то, сбивать икру с травы. То есть
пока идет нерестовый запрет, мы будем стараться не пользоваться. Ну, в лужах, там, в прудиках каких-то, конечно, все равно будем заезжать, переплывать. Если нет возможности, значит, поперек мы будем переплывать. Но не вдоль речку там или еще что-то. То есть, вот такие вот вещи. Если нет другой возможности, то приходится, да, там, максимально коротко сделать это. Но, опять же, повторюсь, если нет другой возможности. Вот. В общем, ребят, все, мы сейчас идем кушать жареную картошечку. Нам там уже приготовили. Вот. И будем отдыхать. А завтра с утреца пораньше встаем и делаем коп. Поедем, попробуем сделать интересный коп. Ребята, Мишка бухает опять. Бальзам для здоровья. Вообще-то бальзам. Да, бальзам. Он виски им мажет. Он его не пьет. Он виски натирает, виски втирает. О, ребятки, у нас тут вообще такая обалденная штука. Картошка, сосиски, молоко вкусное. Вот. Два мужика сидят, какие-то бурчат, о каких-то чесноках, станках, сеялках, косилках. Вот. Короче, все убаюкивает вообще. Ну, располагает. Располагает, как бы. Будем мы дальше трапезничать. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.